Дорогие братья и сестры, 11-е воскресенье после Троицы, продолжается лето, жизнь нередко преподносит нам неожиданности, сюрпризы, но есть то, что с нами всегда, и летом, и зимою, в любое время, то, что остается неизменным, то, что дано нам от Бога, это заповеди. Заповеди – ориентиры, по которым Бог хочет руководить нашей жизнью. Сегодня мы размышляли на богослужении над 7-й заповедью в нашем исчислении. Это заповедь «Не укради». Иисус Христос противопоставляет свое деяние, жертвенное деяние, свою смерть на кресте ради грешников, воровству, краже. Иисус Христос ничего не берет у нас, ничего не отнимает у нас, лишь дает нам все, что необходимо для жизни полноценной, для жизни вечной. Иисус Христос вновь и вновь призывает нас к тому, чтобы помнить об этой заповеди, заповедь, которая сбережет нас от пути зверя, от пути хищника. Этот хищник может жить внутри каждого из нас. Он может спать, но может и проснуться внутри каждого из нас. И тогда мы начинаем завидовать, мы начинаем покушаться на чужое, мы начинаем быть недовольными тем, что имеем. Но вместо этого мы должны благодарить. Даже за то малое, что доверено нам Богом в этой жизни. Ведь все это именно доверено нам. Это не наша собственность по сути своей. Ведь Бог дает нам что-то доброе для того, чтобы мы правильно этим распорядились. Он вверяет, доверяет нам что-то из своей сокровищницы для того, чтобы мы творили добро, для того, чтобы мы сами были довольны и были довольны те, кто окружает нас. Так распоряжаться дарами нам нужна мудрость, нам нужна молитва. Поэтому каждый раз мы приходим на богослужение и черпаем из неисчерпаемого источника Божьей благодати, Божьей мудрости. Так что до следующего воскресенья встретимся вновь в 11:30.